Прокуратура Октябрьского района выиграла суд о взыскании неустойки дольщику. В надзорные органы обратилась 77-летняя жительница областного центра. Женщина приобрела квартиру в строящемся доме. По договору долевого участия его должны были сдать во втором квартале 2017 года. Но до настоящего времени строительство не завершено. Сейчас срок окончания работ продлен до второго квартала 2019. При этом сама пенсионерка стоимость долевого участия выплатила в срок и в полном объеме. По закону, в случае нарушения предусмотренного договором срока, застройщик должен уплатить участнику долевого строительства неустойку. Прокуратура Октябрьского района в деятельности застройщика ЗАО «Градстрой» было выявлено, что застройщик в срок не сдал объект, многоквартирный жилой дом, в связи с чем были нарушены права участника долевого строительства. В связи с этим прокуратура Октябрьского района обратилась в интересах пожилой женщины 1941 года рождения в суд с исковым заявлением о взыскании неустойки в размере порядка 190 тысяч рублей.